Я начала работать года 3 назад. У меня это больше как работа. Стараюсь как бы узнавать, в общем, так, черты лица, но я стараюсь не думать об этом. Просто если будешь думать, каждый раз будет, наверное, тяжело. Люди хотят видеть человека, помнить его, когда приходят на кладбище. В панике им будто 18, просто кататься от станции до станции. Пренебрегая опасностью, она просит остаться. И он понимает, что над собой не власти. Надо немного для настоящего счастья. Стань частью меня, большей частью. Я с детства рисовала, и через знакомых просто предложили попробовать подработать. Я пришла тоже на фирму туда, через знакомых опять, и там были художники, которые уже работали. И просто умели уже это делать, и они мне объясняли, там уже сам, если научишься, так уже получится дальше. Надо привыкнуть именно к камню. Когда рисуешь, рисуешь черным по белому, а тут наоборот, и надо выбеливать и... Да. Да, у меня были как заказы, родственники попросили помочь. Ну как, рисовать ее. Как если знаешь человека, очень грустно, жалко. Не вижу себя дальше, чтобы я работала, ну как, в моем видении. Хочу что-то другое, наверное. Это просто как подработка.